возьмите слова Господа Иисуса Христа о жизни вечной. Спасибо. Вот еще наш сайт. Тут аудиокниги есть. Да, слава Богу, здесь писали. Спасибо. Слава Богу. Бери побольше, если. Православный крестьянин. Это Евангелие. Мы бесплатно распространяем. А, ну спасибо. Крупный шрифт. Мы Евангелие распространяем бесплатно, не нужно вам? Бесплатно Евангелие распространяем. Вот наш православный библей читает. Проходите. Библейский сайт, заходите на этот сайт. Если не один, надо быть хорошим. Ты спрашивал, у кого есть интернет? Мне кажется, что сейчас у всех уже есть интернет. Вот ты убедился. Наша визиточка, православный библейский сайт.
Я сам в свое время тоже. Зачем две-то, Данила? Она не помешает никогда. Вдруг отдашь? Подарить экономику. Да, правильно говорю. Слава Богу. Слава Богу. Так, давай. Бери. Возьмите. Только чуть подальше отходи, брат, то и начнут замечания делать, что рядом с Тимзом этих шоферов смущает. Мы не обличаем, а мы сомневаемся. Сомневаетесь. Что? Это не молитва. И аудиокниги. Жития святых начитанные. Можно скачать и слушать. Наш телефон. Сомневаетесь, правильно делаете. Вы из какого храма-то скажите? Крест Воздвиженского. А, понятно. Да. Знаете, Тихон Шлапкин. Он наш сосед. Он ваш сосед. Ну вот. А что он сам-то храм не ходит православный? Как не ходит? Как вы вместе служили сегодня, воскресный день. А вы сегодня были в храме? Были. Дело в том, что он не в православной церкви, а он в своей. Кто-то вам такое сказал? Кто вам такое сказал, что он в своей не православной церкви? Кто? Кто вам такое сказал? Ну не ходит он в храм. В какой? Да не в один. Ходит. У нас в городе православные, ходит. Не Вадим не ходит. Организовал себе эту общину Крестовоздвиженскую. Так, почему себе? Себе, ну и своим вот таким единомышленникам. Ну а почему тогда епископ Иванников в данный момент, который здесь... Вот именно, что Иванников. Почему к нам приезжает сюда, в нашу деревню Потеряевскую, на день деревни приезжал? Вот задайте ему вопрос этот, сектант это или православный? И когда ему делали запрос об Игнатии Лапкине, он ответил, что он православный, а вы говорите, что он не православный. А кто из вас умрет-то, Иванников или вы? Что это за слова? Пока не убрали, так он остался. Пока поют веру, нужно пить. Так он входит в храм, а вы лжете, говорите, что он не входит. Не в один храм. Ну как это, в Покровский ходил? Как не ходит? Ой, да в Покровский-то вы ходите, может, в 10 лет один раз. А вы что, да?
вот, да, будет разумеется. Ладно, брат, пойдем. Скоро ничего не будет. Слава Христу. Соседки может быть, да, еще одна. Тоже помощь Евангелие получила. У меня, правда, нет Евангелия, но все равно, а как приятно, вы знаете, получить Евангелие. Ну, даже бесплатно. Вложение давать, нежели принимать. Вы кому-нибудь сзади, тоже подарите. Сергей, сзади. Сзади. Что это? Что Евангелие? Молодежь, он идет рэп напевает. Но... не до этого. Добровольное беснование. Добрый день, мы вам...
он сказал? Нет, спасибо, есть у нас. Ага. Слава Богу, что есть еще. Евангелие бесплатное, Святого Мира. Дочери еще дайте наш сайт, пусть в интернет заходит. Да, давай. Спасибо. Святое Евангелие. Спасибо. Бесплатно Святое Евангелие, надо, ребят? Бесплатно Святое Евангелие. Православный библейский сайт. Последний. Святой Евангелие, это бесплатно.
Визитку. Визитку предложи, может, визитку. Святой Евангелие, мужчина, возьмите бесплатно. Это нормально.